только что, блин, было! Эй, ребят, всем привет! Меня зовут Алиса, и в этом видео я хочу с вами поделиться своим опытом жизни в Таиланде в 2,5 года. 5 месяцев назад я приехала из Пхукета в Украину, и на меня посыпалось просто огромнейшее количество сообщений, однотипных сообщений по типу когда обратно на Пхукет, когда обратно в рай. И все это время я вообще не могла понять, что это происходит, потому что как только я приехала, люди начали писать: «Нет! Зачем ты вернулась в это ужасное место? Быстрее уезжай, уезжай куда-нибудь, на Пхукет, неважно куда, главное не будь здесь». И у меня в этот момент в голове всегда был только один вопрос. Ребят, а как вы здесь живете, окей? Я просто не понимала этого. Если столько негатива к какому-то месту, зачем вы здесь живете? Чаще всего, когда люди задают такой вопрос, они представляют себе жить в Таиланде так: я лежу на пляже, у меня все кайфово, я чилю целыми днями и так далее. Но люди порой путают простой туризм или простое путешествие с жизнью в каком-то месте. Также я обязана ответить, когда же я поеду обратно. И я это сделаю сразу в начале видео. 3, 2, 1. Не скоро! Честно, в ближайшее время я не собираюсь ехать ни в Таиланд, ни на Пхукет, ни в любую другую азиатскую страну. Просто потому, что для меня, лично для меня, этого опыта уже хватит. И если вам интересно, почему я так думаю, тогда поехали! Я, честно, очень долго думала, с чего вообще мне начать, как уложить 2,5 года в какое-то небольшое, интересное и информативное видео. Поэтому я пришла к выводу, что я пройду от начала своего пути к концу, сначала по позитивным моментам, а потом в эту же историю буду добавлять моменты, можно сказать, негативные. Моменты, которые делали всегда вот как-то так по голове, и именно те моменты, из-за которых Таиланд порой не кажется таким раем. Итак, сейчас мы с вами переносимся 2,5 года назад. В этот момент я только закончила университет. Я не знала ни один другой язык, кроме русского и украинского, конечно же. И у меня вообще не было опыта выезда за границу. Вообще в другие страны я не ездила, не считая России, конечно. Но у меня в Таиланде был друг, который случайно увидел объявление о работе и сказал: «Алиса, ты не хочешь приехать в Таиланд? В общем-то, здесь обещают $1500 просто за то, что ты будешь продавать экскурсии». И я такая: я закончила университет и могу по своей специальности идти работать, зарабатывая где-то $100. Или я могу занять денег и поехать в Таиланд, зарабатывая $1500. О, давайте-ка я посмотрю на мой выбор. Сразу нужно сказать то, что я не из какой-то очень богатой семьи. Мои родители не могут мне вот так вот давать деньги, чтобы я жила в каких-то других странах. Поэтому я полностью отдала себе отчет в том, что если я поеду куда-то, то мне нужно будет там работать. И, собственно, так и получилось. Пхукет — это остров, самый южный остров Таиланда, и это место, которое полностью живет туризмом. Соответственно, я тоже пошла в эту сферу, и первые где-то 1,5 года я работала гидом. Честно сказать, первый год в моей жизни, пожалуй, был одним из самых лучших вообще. Мне нравилось все на 100%, просто на 100 миллионов %. Я была настолько счастлива, что я даже не могла подумать, что я когда-нибудь уеду из Таиланда и буду тоже этому рада. Но давайте по порядку. Итак, что вообще представляла моя жизнь
первый год. Это была работа где-то по 6 дней в неделю с одним выходным, работа где-то по 12 часов в день, работа с людьми, соответственно, потому что ты гид, у тебя как бы твоя главная обязанность – это делать людей счастливыми во время тура, куда вы едете. Что мне нужно было делать – это катать людей на слонах, катать людей на квадроциклах, сплавлять их по какой-нибудь реке, рафтинг, да, и, соответственно, контролировать, чтобы все успевали и все были довольны. Я считаю себя человеком довольно-таки общительным и позитивным, поэтому для меня такая работа была 1000000% кайф, и мне было вообще плевать на то, что у меня почти нет свободного времени, на то, что на море я могу поехать один раз в неделю, когда у меня выходной, да, а очень часто я этого просто и не делала. Мне было плевать на то, что по факту у меня есть время только на то, чтобы работать, есть и спать. Мне просто было очень кайфово жить там, в том месте. Все было новое, понимаете? Новая еда, новые люди, новый менталитет, новая картинка перед глазами. И я этим просто искренне наслаждалась. Так прошел первый год моей жизни, но в какой-то момент после этого, по всей видимости, я начала нереально уставать на своей работе. Вдруг она мне перестала казаться такой замечательно сказочной. Все, что было для меня когда-то новым, стало обыденным, стало одним и тем же каждый день. И когда ты каждый день работаешь с людьми, и это группы по 15, 20, 30, 40 человек, и тебе всех нужно контролировать, конечно же, ты очень сильно устаешь психологически, морально и физически в том числе. Где-то на пике моей усталости я поняла, что так не может быть вечно. И в итоге с моими друзьями мы сделали небольшой бизнес по недвижимости. Суть бизнеса была следующая. Мы брали в аренду на долгий срок большие дома, где-то на 3 спальни. Делали из них хостелы и сдавали комнаты посуточно. Получается, на разнице цен мы выигрывали, и на это можно было жить. Лично для меня это была классная возможность закончить с работой гидом, потому что в какой-то момент я поняла, что я просто больше не могу так работать. Как Алиса понимает, что ей хватит работать на какой-то работе? Это когда я просыпаюсь вот так вот с утра, а мне не то, что не хочется идти на работу, а я просто сижу возле кровати и плачу от того, что мне не хочется идти на работу, и я больше не могу ни морально, ни эмоционально, ни физически идти и делать вот эту вот работу. А основная ее функция — это веселить и развлекать людей, и как бы... Получается, что от работы гида я в какой-то момент отошла и полностью ушла в бизнес с недвижимостью. Собственно, моей функцией в команде было привлечение новых клиентов, было общение с этими клиентами, была полная забота об этих клиентах. И вообще все, что связано с клиентами, брала на себя я, поэтому мне всегда было чем заняться, мне это было интересно. И таким образом у меня появилось немного больше свободного времени. А если быть честной, то я стала занята не 12 часов в день, а все 24 часа в день, потому что это твой бизнес, и ты постоянно что-то хочешь улучшить, что-то сделать лучше, где-то пообщаться с клиентами, где-то еще что-то. Конечно, из плюсов можно сказать, что у меня появилось время сходить на море днем, но стоит вам знать о том, что когда ты долго живешь возле моря, то ты на него ходишь где-то один раз в месяц, и не факт, что ты будешь там купаться. Алис, кажется, у нас есть свободный час. Ага. Ну, что будем делать? Девчонки, а пошли на пляж? Да, чуть неохота. Что там делать? Да там жарко, там мокро. И что там делать вообще на этом море? Девчонки, пошлите купаться. Купаться?
купаться? Ну, мы вообще-то на пляж ходим только пиво попить. Только что я рассказала вам где-то 2.5 года моей жизни с положительной стороны. То есть вы поняли, что у меня была возможность работать, у меня была возможность развиваться, у меня была возможность зарабатывать деньги и при этом чувствовать себя счастливо. Какие еще плюсы жизни в Таиланде я могу выделить? Это, конечно же, климат. Лично мне он подходит, там жарко, там влажно. У меня там вообще не было за 2.5 года никаких проблем со здоровьем. Несмотря на то, что я аллергик, у меня не было проблем с кожей. Помимо этого, стоит заметить, что Таиланд – это довольно-таки дешевая страна для проживания. И если сравнивать ее с Украиной, то получается примерно одно и то же. Сколько я плачу в Украине за жилье? Столько же я платила в Таиланде, живя недалеко от моря в огромном доме. Сколько я платила за еду в Украине, столько же примерно я и платила в Таиланде. Еще один плюс — это то, что на Пхукете почти нет общественного транспорта, а это значит, что вам в любом случае нужно было бы ездить на байке или на машине. Я выбрала байк, и для меня это было просто какое-то наслаждение. По поводу тайского менталитета, несмотря на то, что они абсолютно другие, но когда ты живешь среди них, ты чувствуешь себя довольно-таки комфортно, потому что они не злые, они постоянно улыбаются, они позитивные. Да, конечно, в семье не без урода, но таких людей очень мало. Основная масса очень приятная, и с ними комфортно находиться в одной стране. Хотя сказать честно, так, конечно, не все. Если вы человек абсолютно нетолерантный и человек, который абсолютно не уважает другие культуры, тогда вам, конечно, среди тайцев будет сложно, потому что они очень любят свою страну и очень не любят людей, которые пытаются показать, что они лучше них в их стране. На самом деле плюсы можно перечислять бесконечно, особенно для человека, который первый раз попал в Азию. Но вы ведь хотите узнать, что было не так, правильно? Поэтому давайте перейдем ко второй части – негативные моменты. Опять же, я не могу сказать, что эти моменты были какие-то негативные-негативные. Но это моменты, которые капают тебе на мозг, делают жизнь твою некомфортной. И иногда из-за этих моментов тебя посещает мысль: а может свалить оттуда, а? Итак. Первый такой момент – это визовая политика. 5 месяцев назад я уехала из Таиланда, потому что моему молодому человеку отказали в визе. За 2.5 года, что мы жили в Таиланде, визовая политика постоянно менялась. Изначально, как мы только приехали, можно было бесконечно жить по туристическим визам и не оформлять себе никакие другие. Потом эту тему закрыли. Все начали делать себе студенческие визы, и по студенческим визам можно было жить бесконечно. Но потом случилась беда и со студенческими визами, захотели взятки за то, чтобы их оформлять. Да, всегда можно оформить себе бизнес-визу, но сколько это будет, непонятно, так как законы постоянно меняются. Я честно иногда задумывалась о том, что я бы хотела прожить в Таиланде всю свою жизнь. Но какой бы я ни была умной, смышленной или богатой, к сожалению, паспорт Таиланда я не смогу получить. И даже если бы я вышла замуж за тайца, мне бы в любом случае только дали семейную визу, которую нужно каждый год обновлять. И знаете вот это чувство? Когда ты пожизненно никто в чужой стране? Честно сказать, оно неприятное. Потому что у тебя нет прав таких, как у местных жителей, у тебя нет возможностей таких, и всю жизнь по какой-то визе и надеяться на то, что их не отменят, это первый пункт, который тебе всегда делает вот так. И, конечно, я уже молчу про цену этих виз, потому что обычно годовая виза стоила в районе $1000, а это значит, что где-то свою месячную зарплату ты должен отдать на новую годовую визу. Только что мы с вами немножко отошли от моей истории, но давайте к ней вернемся. Итак, началась она с того, что 1.5 года я работала гидом. И есть один печальный факт: работа гидом для приезжих нелегальна. Конечно, в наших странах мы привыкли, что в принципе жить нелегально, получать зарплату в белых конвертах, не уплачивать налоги – это нормально. Но когда ты в чужой стране, то всегда у тебя есть такой, знаете, момент, что ты можешь попасть в тюрьму, и ничто тебя не спасет. Моя удача была в том, что на Пхукете коррупция процветает.
Потому что тайцы на русском языке общаться не умеют, а поток русскоязычных туристов довольно-таки большой. Поэтому таких людей, как я, нанимают на работу, но за нас платят денежки полиции, чтобы определенные компании не трогали. Казалось бы, все очень просто. Моя компания платит деньги полиции, а полиция не трогает меня. Но, друзья, вы же понимаете, что все не так просто. И бывали такие моменты, когда полиция приезжала из Бангкока, из дорогой столицы. Или еще лучше, когда приезжала не полиция, а армия, которая реально ищет нелегалов, которые работают, чтобы их поймать, чтобы они заплатили нереальный штраф и чтобы депортировать их из страны. И вот бывают такие моменты, ты выходишь на работу, а тебе говорят: «Алис, тут, в общем, проверки в честь Нового года, так что ты не светись». Опять же, как оказалось, я человек довольно-таки удачливый, и за полтора года работы у меня была всего одна проблема с полицией, которую я вам расскажу, и которая как бы описывает всю нестабильность твоей ситуации. История просто бомба. Однажды я поехала гидом на экскурсию под названием рафтинг. В течение этой экскурсии мне нужно было сплавить людей по реке. И вот мы приезжаем в лагерь, люди переодеваются, я смотрю, подъезжает полицейская машина. Есть такой момент, что обычно, когда полиция была не проплаченная, мне всегда об этом говорили. По типу: «Алис, приехала полиция, веди себя как турист». И я начинала вести себя как турист, все, я больше не гид. Но тут подъезжает полицейская машина, и мне никто ничего не говорит. И я думаю: «А, да нормально, полиция наша, все проплачено, значит, я дальше работаю». Я говорю людям, что нужно идти туда, делать то, вот так же жестикулирую, как сейчас. И ясно, понятно, что я никакой не турист, что я гид. Идет полиция, и сначала она прошла мимо. Я думаю: «Фух, ну точно все нормально». Но потом они возвращаются и говорят: «Девушка, а можно с вами сфотографироваться?» Для тайской полиции, да и вообще для тайцев это нормально, они довольно-таки часто просят кого-то белого, симпатичного с ними сфотографироваться. И я опять же подумала: блин, что-то здесь нечисто, но в общем-то все нормально. Они делают фотографию со мной и уезжают. Я сажу людей в лодки, машу им рукой, они отплывают, и ко мне просто подбегает куча людей и говорит: «Все, быстро, сейчас, садись в машину, ты едешь в офис на Пхукет, все, вообще, забудь про работу, забудь про все, забудь про своих туристов, ты видела эту полицию, это местная полиция, они с тобой сфоткали, все, капец». Я просто офигела в этот момент, но мне ничего больше не оставалось, я собираю свои вещи, сажусь в машину, тайц нашей компании везет меня в какой-то офис, по пути с кем-то созваниваясь, такой «ну-ну-ну», как они там на тайском, «да-да, что там, на-на-на-на-на». Доезжаем мы где-то до половины. Он говорит: «А, нормально, наш босс все порешал, не переживай». Он меня обратно привозит, и как раз мои люди пришли со сплава. И я такая типа в шоке, вот так вот: «Что это только что, блин, было?» И в этот момент я поняла, что работа гидом в Таиланде никогда не может быть 100% безопасной. Тему работы гидом мы с вами только что прошли. И я думаю, вы поняли, в чем были плюсы и минусы такой работы. Поэтому давайте перейдем к следующему этапу. Это бизнес с недвижимостью. Для начала хотелось бы сказать о легальности. В Таиланде приезжий имеет право открыть свой бизнес. Но учитывайте тот факт, что у вас должен быть тайц-партнер. У него должен быть 51%, у вас 49%. Все замечательно, компания работает. Как бы сразу скажу по секрету, что без тайца-компаньона вы тоже можете открыть свою компанию, но всего лишь заплатить немножко лишних денежек. Но есть одна маленькая поправочка в тайском законодательстве, а именно то, что деньги имеет право брать только таец. Представьте себе, я сдаю дом, приехал мой клиент, он мне хочет заплатить за аренду, даю деньги, это видит полицейский,
и запросто забирает меня в участок. Никаких вообще денег в руки. Кто ты тут такая? Никто. Вот и все. Опять же, моя удача, то что у меня за все мое время сдачи недвижимости никогда не было проблем с полицией. Потому что это такая ниша, где тебя, в принципе, полиция и не видит. Но была одна интересная ситуация, и я вам сейчас о ней расскажу. Каждый раз, когда мои клиенты приезжали в аэропорту, в миграционной карте, они обязаны написать адрес, куда они едут. Но однажды случилась такая ситуация, что клиенты где-то потеряли этот адрес. И, соответственно, из аэропорта, потому что им не могут поставить штамп о въезде, они звонят мне. Но вот только звонят мне не клиенты, а офицер миграционной полиции и говорит: «Здравствуйте» на тайском. А я говорю: «Добрый день, вы можете говорить по-английски?» Он говорит: «Да-да, конечно. У меня тут люди говорят, что едут к вам. Вы бы мне сказали, кто вы такая? Вы что, сдаете им жилье?» «Нет-нет, это мои друзья, дайте им трубку, пожалуйста». А он отвечает: «Твои друзья? А скажи-ка, пожалуйста, номер своего паспорта, я проверю, имеешь ли ты право заниматься этой деятельностью». Финал у этой истории был нормальный, я просто продиктовала адрес ребятам, они его записали, и все было окей. Но сам факт, что в этот момент кое-что у меня все-таки сжалось. Вообще, по поводу ведения своего бизнеса, у меня есть очень много классных историй, и некоторыми с вами я поделюсь. Допустим, некоторые мои друзья в Таиланде начали заниматься бизнесом по аренде байков. Несколько раз были такие ситуации, что меня просили помочь отвезти байки к отелю, и вот здесь всегда начиналось самое интересное. Представьте себе ситуацию. Вы подъезжаете к отелю, но возле этого отеля еще как минимум 5 таких же аренд байков. И помимо этого, еще в самом отеле есть тоже аренда байков. А тут каких-то 2 человека, белых, не тайца, подъехали и хотят сдавать свои байки. Как вы думаете, как на вас будут смотреть тайцы? Конечно, они всегда смотрят как на врагов, потому что пусть это легально, пусть у вас официально открыта компания, но подвозить байки и брать деньги, ну куда же белые-то суются, а? Тайцы должны этим заниматься. Нам, увы, никак. И еще одна история про бизнес. У одного моего знакомого своя фирма по продаже экскурсий. У него есть офис, который стоит недалеко от пляжа. Так вот, в этом офисе сидит он и сидит тайц. Ну, как вы понимаете, тайц для того, чтобы брать деньги. Когда клиенты подходят к его офису, он все им сам рассказывает, куда они могут поехать и так далее. Как-то раз такое было, что он еще и сам деньги взял. А это увидела полиция и забрала его в участок. Что? И, пожалуй, последний минус, о котором я бы хотела вам рассказать, это образ жизни на острове. Тайцы, которые живут на острове Пхукет, они довольно-таки расслаблены. Они никуда не спешат. Они не спешат чему-то учиться. Они не спешат работать. Они вообще не спешат ничему. Они просто получают удовольствие от своей жизни. И вот вам один пример, доказывающий это. Где-то 95% местных таксистов не понимает по Google картам, не понимает по местным адресам. Они знают только название отелей. Рано или поздно этот расслабленный образ жизни начинает действовать на тебя, и ты тоже становишься очень расслабленным. Тебе уже не хочется читать книги, тебе не хочется узнавать что-то новое. Тебе хочется просто отдыхать постоянно, лежать на пляже или делать что-то в этом роде. Также на Пхукете все, конечно же, общались на тайском языке. 10% населения знает английский, и это нормально. В Украине примерно такой же расклад. Но поймите правильно, если в этой среде вы захотите научиться чему-то новому, узнать что-то новое, пойти на какие-то курсы, к сожалению, у вас не будет такой возможности. Все это рано или поздно приводит к тому, что мозг потихонечку начинает думать медленно, и вы потихонечку тупеете. Я ни в коем случае не хочу сказать, что все, кто живут на Пхукете, почему-то тупые, но я всего лишь рассказываю о том, что я почувствовала на себе. Вы можете быть другим, это нормально. Да, когда я только приехала на Пхукет, мне пришлось быстро выучить английский язык. Потом я научилась работать гидом. Потом
я научилась вести бизнес с недвижимостью. Но потом все стало как-то очень скучно, плавно и одинаково. И, пожалуй, желание каких-то перемен – это главный пункт, из-за которого я уехала сейчас из Пхукета. Также после жизни в Азии у меня появилось очень большое желание пожить где-нибудь в цивилизации, посмотреть, как люди живут в Европе, в Америке, в Австралии, окунуться в их жизнь и получить какой-то новый опыт. Ну а если повезет, еще и паспорт какой-нибудь цивилизованной страны. Подводя небольшой итог, я бы хотела сказать, что если вы никогда не были в Азии, я вам очень сильно советую туда поехать, потому что, смотря на опыт, который я там получила, я считаю, что он бесценный. Окунуться в эту культуру, увидеть, как можно жить по-другому, как можно есть по-другому и радоваться жизни по-другому. Я считаю, что это очень важно. Отдельно хотелось бы несколько слов сказать о том, что будет с моим каналом. Честно сказать, мне очень сильно нравится снимать, монтировать видео и делиться с вами всякими интересными штуками. Конечно же, я продолжу его вести. Однако я немного меняю тематику, может быть, я еще запишу несколько видео о Таиланде или о Пхукете, но основная его теперь направленность будет о путешествиях и о бизнесе. В ближайшее время будет видео о путешествии в Минске, после этого видео, как мы с родителями ездили на берег Днепра, а дальше следите за обновлениями. На этом я заканчиваю. Если вам было интересно, поставьте, пожалуйста, лайк. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами увидимся в следующем видео. Пока! Лети мой самолет, лучше перелет, чем недолет. Лети мой самолет, лучше перелет.